Да, это сажа какая-то просто. Я очень на это надеюсь. Вообще, Гаша говорит, что сажа из-за того, что дрова все-таки сырые, то есть их желательно все-таки просушивать сначала. Чуть-чуть влаги туда вылетает, но сразу где-то там конденсируется. Я думаю, знаешь, что можно? Брать вот этот тополь сырой, который мы пили, брать, сушить, просушивать его здесь и тоже его туда добавлять. Ну, потому что очевидно, что у нас дров не хватит. Я уже об этом думал. Вообще, как можно избавиться от грехов? Ну как? Мне кажется, они до судного дня будут на тебе. Но если ты их не избавишься, то будут. А как избавиться? Просто грехи — это же суть то же самое, что карма. Но карма, ну как бы, это закон, встроенный как бы в ткань мироздания. Ты делаешь что-то плохое, ты об этом знаешь. Человек, который это сделал, тоже об этом знает, или живое существо, любое другое. Вот. И получается, что они... Ты своими мыслями сам себя наказываешь, формируешь ту реальность, которую получаешь по итогу. И люди другие с мыслями плохими про тебя формируют тебе реальность. Вот. Отсюда можно сделать вывод. Контролируя собственные мысли, ты как минимум сам себя наказывать не будешь. И перестал делать плохие поступки. Ну вот. И если люди действительно тебя простят, все будет прощено. Легко не останется. Солод пахнет потрясающе. Недрожжевой хлеб мы делаем, ну, из-за, в принципе, довольно известной информации, что дрожжи вредны. То есть они накапливаются в организме, в частности в кишечнике. Они не являются естественным флорой кишечника. Полностью вынимать не надо, потом в этой же кастрюле следующий хлеб мешается. Здесь добавляется вода, мука. Мы используем кисломолочную закваску, на разуненькие форму, чтобы хорошо правильно поднялся в форме. Градусов 70 поставить, духовочку подогреть. Сейчас мы его полчасика подогреем, а потом оставим на ночь. У нас с некоторых пор в Барановке появились они. Это они развязывают шнурки на ботинках. Это они разводят столько грязи в раковине. Это они оставляют после себя ногти в ванной. Это все они, понимаешь? Это и мы не можем их словить никак. Это они приклеивают жвачку под столом. Это они. У нас сначала был кто-то, а потом... Кто это сделал? А потом стали они. Наверное, все-таки это не коты. Мы сужаем круг. Теперь, допустим, если вы до сих пор меня, и вы все будете продолжаться так же самое, скорее всего, это я. Можно пройти эксперимент. Но нет, кстати, когда я один, у меня все очень чисто. Если мне не грустно, то у меня все чисто. Когда не на кого чихнуть. Да, у меня сразу становится чисто, потому что я нахожу, о, опять они сделали, я смотрю, хоп, я убрал. Эй! Барановка разбирает секонд-хенд. Comfo Basic. А ну-ка. Я люблю косички. Он всякие шапки. Для йоги идеально. Все, выбираем. Хотя, возможно, это и женские. О, а я сейчас возьму мальчики. А, мыло. Я тут поэтому не надо. Не знаю. Может, тут? Да. А я придумала, я у себя в доме ношу классных тапок всем. Во. Вот эта тема. И все такие приходят и в классные тапки заходят. Разноцветные и прикольные. Да. Ну все. Такую-то придумала. Леша вперед поедет. Раскачиваем вот так. Леш, ты что хочешь делать? Вперед. Саш, как там поется? Тишечка моя. Спи, моя радость, усни. Рыбки уснули в пруду. Just a perfect day. Drink some beer in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep